Привет, друзья, мне всегда приятно читать ваши комментарии, особенно когда они направлены в хорошую сторону. Хотите седьмую часть ляпов Барбоскиных? Что ж, специально для вас я ее сейчас и выпускаю. Так что запасайтесь вниманием и смотрите. Поехали! Дружок подходит к своему шкафу в надежде спрятать в нем подарок для Розы. И пока что никаких гир мы не видим. Ой, накаркал. Гиря-то появилась. Голубенькая полочка не пустая, на ней стоит фиолетовая машинка. Роз, ты не могла бы отойти, а то я этой машинки сейчас не вижу. Или она исчезла за твоей спиной. Все выстроились перед Розой, но Гена, кажется, забыл одеть очки. Хотя нет, друзья, это всего лишь обман зрения, очки на нем. И серия, кстати, называется «Лучший подарок». Шнурок. Что-то зелененькое висит на полочке на заднем плане. Что-то полосатое висит на том же месте и тоже на заднем плане. Право голоса. Подушки, слава богу, еще на диване. Но проходит всего лишь минута или даже меньше, и подушки... Фик. Миротворец. Я так полагаю, что Роза обладательница прозрачной юбки. Мне кажется, что положение, в котором лежит Лунтик, неудобное. Ну вот, совсем другое дело, и больше никаких слов о неудобстве. Конечно, коротенький выпуск, но я думаю, что лайк за него вы все же поставите. И не забудьте подписаться на мой канал, ведь совсем скоро наберу уже 5000 подписчиков, что очень хорошо. Ну что я могу еще сказать? Ожидаем только 8-й части ляпов Барбоскиных. Ну или чуть-чуть новенького на моем канале. В общем, друзья, всем пока.